Солнечная погода, праздничное настроение и тщательно продуманная администрацией парка Принарский программа собрала на территории зоны отдыха самых активных горожан. В это воскресенье состоялся семейный фестиваль. Творческие коллективы городского округа Серпухов на протяжении всего дня создавали радостное настроение для собравшихся. Катание на лошадях, сувенирные лавки, детская анимация и, как природная декорация, дуванчиковое поле, на котором практически каждый успел сделать яркие фотоснимки. У нас недавно открылся парковый сезон, летний парковый сезон, и каждое воскресенье в парке Принарской проходит, мы его так называем, семейный день. То есть это время, когда можно прийти с семьей, отдохнуть в парке. Пожарить шашлыки на специально подготовленных площадках, послушать музыку и насладиться природой. Администрация парка приглашает горожан каждое воскресенье на семейном фестивале у берегов Нары.